Еще одна кадровая перестановка с участием татарстанца произошла в Госдуме. Ильдар Гельмутдинов покинул пост председателя комитета по делам национальностей и занял в нем должность первого заместителя. Накануне премьер Михаил Мишустин назначил в аппарат правительства Леонида Левина, возглавлявшего в Думе комитет по информационной политике. После этого в Госдуме произошла партийная ротация. Руководство комитетом по информационной политике по договоренности со «Справедливой Россией» передается «Единой России», а по делам национальностей возглавит СР Олег Николаев. Он родом из Чувашии, по национальности чувашин. В Госдуму избран от этого региона. Как сегодня отметили, в Казанском Кремле при такой ротации интересы Татарстана не пострадают. Большую роль играет даже не тот статус, который он будет занимать, а большую роль играет авторитет и его опыт. Он уже в этом вопросе достаточно хорошие контакты и коммуникации имеет на всех уровнях, имеет достаточно серьезный авторитет, поэтому мы здесь не видим никаких рисков для ослабления интересов Татарстана в Государственной Думе в части продвижения вопросов, связанных с национальностью.